Грипп, ОРВИ, COVID-19. За последние годы мы поняли, что это не просто безобидные болезни. Из-за них могут возникать серьезные осложнения. И такие осложнения не редкость. Причем не только на легкие. Возникают и проблемы с сердцем, и воспаление суставов. И чем дольше болеешь, тем выше риск их развития. Но как же быстрее выздороветь? Мы собрали самые популярные способы, которые применяют люди, чтобы быстрее выздороветь. Какие из них реально эффективны, а какие могут и навредить? Обсудим это с нашим приглашенным экспертом.